Смеется, блядь. Какой же ты долбоеб, блядь, просто. Какой же ты шаг ебаный, блядь. Просто и шаг ебаный, блядь. Давай. Сука, я тебя ебал, блядь, гандон, нахуй. Сука, зачем ты пишешь? У тебя 0.7, блядь. Зачем ты пишешь, блядь, зачем? Зачем ты это делаешь, блядь? Ты ж 0.7, блядь, 0.7. У тебя в миду 0.7. Ты стоял один на один. Зачем ты пиздишь что-то, блядь? Сука, какая мразь, блядь. Сейчас замьючу, я не могу просто с ним играть, блядь. Габен, нахуй, забань это животное ебаное, блядь. Просто его не было в этой игре, блядь. Акбайер, блядь. 0.7, долбоёб пишет Акбайера, блядь. Я просто в ахуе, блядь. Таких, блядь, ебланов давно не видел. Просто пиздец, блядь. Чего, 0.7, он пишет про Акбайера. 0.7, блядь, в миду. Один на один стоял в миду, 0.7 вышел. Пишет, что там кто-то у него Акбайер, блядь. Просто пиздец. Просто пиздец, блядь. Просто пиздец. Ноль семь у чувака. 0.7, блядь. 0.7. Понимаешь? 0.8. Долбоёб, блядь. Надеюсь, ты в ВП сейчас полетишь после этой игры, блядь. Со своими братьями играть, блядь. Опарыш ебливый. Так. Бабочку соберу. Сын долбоеба. Ну, играю, не знаю, там, типа, не такие сильные керри, может, реально выиграем. Какие-то шансы, микро-шансы есть. Блять, реально таким уебаном это надо просто еще быть нахуй, понимаешь, блять, просто уебище. Тухлое, блять. Гандон, блядь, ебаный. Сын, блядь, параши просто. Вот запомните его, запомните, ребят. Через пару игр, блядь, придет отчет, что долбоеб наказан. Я очко, блядь, Галактика ставлю. Через пару игр МК, увидите, был наказан. Вот просто увидите. За такую, блядь, великолепную игру, блядь, просто параши. Не достаю. Thank you.
Я слишком далеко. У меня нет цели. У тебя же даггер есть, Алсен. Играем, играем, ребят, играем. То есть рейтинг капается, когда вы побеждаете вот в таких вот мертвых играх. То есть, ну, понятно, что с нормальной тимой и долбоёб выиграет, блядь. Попробуй вот такую выиграй. Вот это самый сок просто, это самый сок. Если ты реально такой можешь затащить, если ты можешь такой затащить, то это реально легенда. Ты умеешь играть в доту, ты не долбоёб. Но это тяжело, поверьте, не каждый может. Это заклинание еще не готово. Че покупаем? Давай дособираем лотар. Это заклинание еще не готово. Кажется, норм зайдет здесь. Пуч прыгает, ты там уйдешь, он не будет покупать в этой игре 100%, не будет покупать всякие там вижен. Мало маны. Ой, им пизда там сейчас будет. Супер хуёвый файт. Надо только на базе драться. Нужно подойти поближе. Я пока не могу применить это заклинание. Играем, играем. Играем, 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 не сдаемся, ребят. Играем, я их выебу нахуй! Сукины дети, блядь, я вас выебу просто, блядь, уроды. База стоит. Я слишком далеко. База стоит, ребят, база стоит. Играть можно. Я пока не могу применить это заклинание. Нужно подойти поближе. Райзи, блядь. Райзи, жена. Лайк поставите, ребят, если выебу. Лайк. Рано, перезаряжается. Попадешь? Нет. Попади, блядь. Попади. Просто попади в него. Хуетой своей. Дефнемся, дефнемся. Одна сторона, блядь.
Рано или поздно он должен попасть в свои этой хуйни. Рано или поздно он должен попасть в свою хуйню. Нужно подойти поближе. Шлюхи, который фидит, будет наказан. Это заклинание еще не готово. Дефаем, дефаем, братика, блядь, дефаем нахуй. Дефаем, суки ёбаные, играем, блядь. Бля, вот я не заслужил такие кат, просто не заслужил. За что такое говно, блядь, просто, сука, еще в этой доте. Почему она не блокируется? Почему этот шаг, блядь, играет 0-100, его не забанили нахуй в этой игре, блядь? Почему он такой мудак, блядь, его не банят? Просто объясните, пожалуйста. Гандон, блядь, ебаный. Ливай нахуй, все, вы проебали, ливайте, суки, ливайте. Ну, за что мне вот это вот, ну, типа, за что? Вот какой же ты гандон, бля, реально. Просто, сука, мразь, просто мразь, блядь. Просто мразь, блядь, мразота тухлая просто, санина ебаная. Рапиру взял. Сейчас еще рапиру будет сливать, сыну ёбка, блядь. Ладно, все, я для себя эту игру выиграл. То есть я сыграл охуенно. Я линию отстоял идеально. У меня крипстат ебейший. Я не офидел. Я до сих пор, блядь, еще играю и убиваю челиков, которые просто фрифармят 40 минут. То есть я просто легенда. Ну, к сожалению, ничего не сделать. Я стараюсь, но тяжело это выиграть. Очень тяжело. Не достаю. Очень тяжело выиграть, потому что ты играешь вчетвером, у тебя нету мидера. И мало того, что его нету, он еще у тебя фидит. То есть это вообще забей. То есть ты играешь 6-4 просто. 6-4. Я не могу забрать эту добычу. Давай играть. Вы вчетвером сможете. Хоть небольшая какая-то будет это. Плюс моралька. А ублюдка накажет дота. Ублюдка накажет дота. Просто не надо об этом даже думать. Это говно, блядь, накажет дота 2. Надеюсь, очень серьезно накажет. Желательно на полгодика его, чтобы уебало. Чтобы отдохнул. Фармите, миллион крипов, мега карта, блядь, стой просто хуярь, стой хуярь крипов. Я
Просто бесконечный фарм. Просто хуярьте крипов. Без толчи. Пошел рапиру отдавать. Гандон, блядь. Я пока не могу применить это заклинание. Мне нужна цель. Не достаю. Просто бейте, блядь. Они ничего не могут сделать. Я их выебу просто в соло. Даже с этим долбоебом. Все, он отдал рапиру. Кого? У кого рапира? А, у инвокера. Тоже закину репорт, красавчик, просто лучший, блядь, закинь нахуй. Просто закинь, блядь, этому говну репорт. Просто закинь, не поленись. Иначе эта хуйня, блядь, следующий в тебя попадется. В твоей команде, блядь, такой огрызок ебаный. Играем. Чуваки, если я это выиграю, блядь, просто лайк мне поставите все. Договорились? Потею, просто стараюсь. Играем, 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 играем. Хуйня, хуйня, хуйня. Хуйня, хуйня, играем, ребят, играем. Не сдаемся, блядь. Не сдаемся, нахуй! Ну чё, давай, заходи. Давай. Вох ебаный. Бался нахуй с базы моей, сука, падла ёбаная, блядь. Я, сука, рейд-босс, блядь, подходи, уёбки. Подходи нахуй, блядь, гандоны. Выебу, блядь, бомжей. ДФМ, ДФМ, сука, стоят. Стоят вышки, блядь.
43 минуты, блядь. Ну чё, ублюдки, нахуй? Ебать, они боятся просто, понимаешь? Нахуй ты на дазле, блядь, открываешься? Стой сзади, ну ты долбоёб, что ли? Стой сзади, рейд босса, блядь, дефай, долбоёбина. Я пока не могу применить это заклинание. Ну, я старался, ребят. Я играл до последнего, я старался, но... Типа, что я могу сделать, когда таких уебанов кидает просто в игру? Когда такие уебаны вообще просто в этой игре существуют? Не достаю. Просто 4 долбоеба. Хуесосы ебаные, блядь. Эта способность еще не готова. А кто рейд-босс? Я был рейд-боссом. К сожалению, я не могу слишком, блядь, тяжело выиграть, когда у тебя 4 говна, блядь. Ладно, там одно, два, но тут просто 4. Вообще ничего не сделаешь. Просто 4. 4 говна, блядь, в команде. Спасибо. Спасибо, Габен, блядь, спасибо. 6000 дэмэджа, ублюдок. Просто ублюдок ебаная, нахуй. Я пока не могу. Просто ублюдок ебаный. Анскильный, блядь. Я пока не могу применить это заклинание. Просто понимаешь, и у этого говна вот 3700. У этого говна 3700, блядь. Ну как? Ну ты же, блядь, просто вот такой, нахуй. Просто... Разъеба нахуй, вонючая, блядь. Какой ты, какие у тебя 3700 может быть? Какие у тебя 3700? Ты, блядь, вообще хуй знает, как на этом аккаунте оказался. Говнище сраное, блядь. Уебок, блядь, просто уебок. Упорылый нахуй. Долбоебина нахуй, тупорылая, блядь. У меня вся страница лузов, блядь, просто нахуй. Из 15 каток 1, 2, 3, 4, 5, 6 побед всего. 9 узов, блядь. Гандон, блядь, ебаный. Гандон, блядь. Удали не доту, нахуй. Ярости. Просто не позорься, блядь. Просто удали доту. Обоссанец, ебаный. 10 тысяч матчей, блядь. 10, сука, тысяч матчей, блядь. 10 тысяч матчей у этого барана, блядь. 10 тысяч матчей. Просто пизда, блядь. Просто пизда. 10 тысяч матчей у чувака. 10. Просто 10к матчей, блядь. 10 тысяч, нахуй. Это пизда. Это просто пизда. Сколько времени чел выебал просто впустую, нахуй. Долбоёб, блядь, анскильный. Я не расслышал сколько? 10 тысяч. У него на дота бафе 10 тысяч матчей. Это пиздец. Просто посчитай, вот просто посчитай, сколько это времени. Вот просто посчитай, сколько это времени. И представь, сколько он потратил просто впустую. Потому что, блядь, за 10 тысяч матчей он даже не научился играть, блядь. Даже близко, блядь. Он просто кусок говна. Просто кусок говна. Ладно, все. Забыли эту катку. Ее нельзя было выиграть. Ничего страшного. Сейчас следующую выиграем.
Печально, жалко того типа, реально жалко. Ну, чел потратил больше года, блядь, просто сидя за компьютером. И все это впустую, потому что он играть вообще не умеет. Он просто долбоеб. Это же просто пиздец. Сочувствую нахуй. Просто сочувствую таким, реально. Это не реально вот говорят такие пословицы, типа, необучаемый долбоеб. И тут прям точно про него, прям вот 100%. Ну, типа, человека не научить вообще никак. Так ты потратил столько, что стоит за компьютер. Так я умею играть, чел, я умею играть. Я умею, понимаешь? Я умею играть в эту ебучую игру, блядь. И не зря я потратил время. А этот долбоёб просто сыграл, ну, типа, реально год. Вот если посчитать вот каждый день, сколько он потратил в эту доту, там будет больше года. Ну, 10 тысяч матчей, ебать, это сколько? Вот каждая по 20 минут минимум. Ты посчитай. Это, блядь, больше года он просто сидел, играл в компьютер. И при этом он, блядь, также остался долбоёбом анскильным. Просто, блядь, анскильным долбоёбом. Пиздец, блядь. Просто нахуй удали, блядь, эту игру. Иди на улицу, блядь, удали игру. А хули толку с того, что ты играть умеешь? Так смысл в том, что я-то на дистанции буду идти в плюс, а этот долбоёб и через еще 10 тысяч матчей останется в этом рейтинге. А может быть и упадет. Поздравь, пожалуйста, моего друга Андрея с днем рождения. Поздравляю. Побед тебе. Спасибо тебе за поддержку. Поздравляю твоего друга Андрея с днем рождения. Желаю ему счастья, здоровья, успехов, чтобы все у него было отлично. Все. Спасибо тебе за поддержку. Блять, пройдет еще 10 лет, я не знаю, там, еще, блять, миллион игр, блять, и этот долбоеб, ты его снова встретишь, он будет здесь сидеть, нахуй. Он здесь, ну, как это сказать, рейд-босс этого, блять, рейтинга. То есть каждый, кто будет апаться, будет проходить через это говно, блять, и пинать его, нахуй, в жопу, блять. Просто парашника этого анскильного. Сколько людей, блядь, представляешь, сколько людей через него прошло, блядь, сколько людей его попустило и апнули себе рейтинг, а этот долбоеб до сих пор сидит на этом рейтинге, не может апнуться. Я слишком ебантез, блядь. Просто тухуй. Я пока не могу применить это заклинание. Меня пугает бруда, не знаю, что там за бруда такая жесткая, но пугает немножко. Вдруг какой-то бустер попался. Ладно, я так понимаю, мы руну забирать не будем, я пошел просто сразу на линию. Ничего не сделаешь, они просто стоят. Войса нету, писать впадлу. Правильно, писать впадлу. Надо телепорт тратить, не успеваю на линию. Ну дай бог, чтоб Тинкер не долбоёб был. Дай бог просто. Просто дай бог, блядь, чтоб не долбоёб. Потому что если там сейчас бруда начнет все ебать, это будет очень тяжело выиграть. Рано, перезаряжается. Я пока не могу применить это заклинание. Я пока не могу этого сделать. Могу там правда. Yes.
Ладно, до пятого и в лес можно уйти будет. Тяжелая очень линия. Крипстат, ну брат, я к крипам не подойти не могу, я что-то пытаюсь добить, но все, конечно, будет тяжело забрать. Видишь, я только подхожу, сразу по его получаю. Видишь, каких героев набрали. Ну я их выебу, брат. Я больше всего переживаю, что у меня бруду, типа, бруда там будет ебать сейчас жестко. Если бруда не отъебет моего мидера, то это мы выиграем изи. Здорово, сильнейший. Привет. Сделаешь роспись, чтобы мне девочка сегодня дала. Блин, мне вчера попросил один чел, говорит, Серега, блядь, распишись, пожалуйста. Я ему говорю, напиши в ВК, блядь. Захожу в ВК, 20 сообщений, блядь. Ну что делаете, нахуй? Я никому не расписался в итоге. Ну а чё, блядь, 20 сообщений, ебать. Один попросил на стриме, говорит, Серега, распишись. Ну я такой, ну ладно, типа, ок, напиши в ВК. Смотрю, 20 сообщений. Спасибо тебе за поддержку, брат. Здорово, амбассадор магазина «Красное и белое». Галактику сетик отдал, да? Ничего ему не отдал, не заслужил. Галактик не заслужил. Так давай я тебе его отдам, ну типа, подарок будет на память от меня или не? Или ты вообще не играешь в доту? Так. Может, станешь лучшим снайпером это в Доте 2, блядь. Просто лучшим снайпером планеты станешь. Ребят, ну я стараюсь, я стою, очень тяжелая линия, очень тяжелая. Сосешь, блядь. Мразь, блядь, ебаная. Одной кнопкой хуярит. Ладно, гандон, блядь, я специально буду сейчас стараться выформить тебя, выебу в жопу. Дурачка. Так, я уже пятый, я уже могу сейчас скоро лес хуяриться. Тапочек есть, все есть, бля, заебись. Блять. Отлично. Осторожно, он старается. Я стараюсь, ребят. У меня каждая игра, я потею. Показываю, ну, киберспорт жесткий. Все равно на дистанции, вот если ты будешь так стараться играть, даже
в ёбаные катки, ты все равно будешь шапаться. Ты все равно будешь шапаться. Видишь, я свое все равно выформил, блядь. 300 нахуй, на такой линии. Просто дерьма. Слушаю. Даня, у меня вроде валяется такой. Отдавай галактику. Пусть бегает стильный. Не, галактику не отдам. Не заслужил. Я лучше разыграю тогда зрителя. А у тебя реально такой есть? Ебать, откуда у тебя столько шмоток-то нахуй? Просто у меня тоже такой есть. Так. Третий уровень, блядь, снайпер пришел. Тинкер. Ребят, Тинкер, надо байтить. Надо форсить бай этот бой. Прям он спалился, кажись. Он спалился вот здесь, когда стоял, видно было. Да мне на тебя вообще похуй, дурачок, ты уже въебал, у меня 7 уровень, я могу спокойно вот здесь доубить лес и все. Еще бы огрызка этого закинуть сейчас на стаки крипочков, ебать, это было бы очень круто. Саппортика закинуть, чтобы стакал. Саппортика ебучего, блядь, на стакане крипов. Ой-ой-ой. Нормик. КС, а чё КС 7-6 крипов ебать на мертвой линии? Чё тебе не нравится-то, блядь? Ты попробуй так постой, ёпта. Против снайпера и бомжи, блядь. А у бомжи какой физ урон, ребят? Есть кто играет на бомже на этой, блядь? У нее физ урон или какой вообще? Ладно, я уйду с линии, мне там уже напряжно стоять, тем более он все равно эту заберет ебучую эту вышку.
Просто я, ну, по-моему, физурон у него ульта. Как раз броня моя полностью контрит этого героя, блядь, просто полностью. Давай, 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 блядь. Так, а чё, бруда хуйня, да? Там типа слабенькая оказалась. Бруда слабенькая, походу. Ульта, физ, урон. Не, ну реально ж физ, правильно? Я ничего не путаю. Просто я... Ну, не, мне похуй, я как бы уже ничего не сделаю. Просто мне интересно, у меня герой контрит это говно или нет? Типа вот в чем сам прикол-то. Здесь вард поставил, уебище, блядь, тупорылое нахуй. На сапе. Хуево на снайпере вард поставил. Пока не могу применить это заклинание. Нормит. Бля, ну Мартру я должен выебать, ребят. Мартру я должен выебать. Просто так оденусь, такой надо собрать сет, чтобы меня не пробило эта мразь с крита. И все, я ее выебу. Здесь, походу, вообще не нужно БКБ, ребят. Здесь БКБ вообще не надо. Типа, против кого собирать? У тебя станов нету под нее, так мне не нужен, я сам, блядь, сходящий стан. Что ты пикаешь, блядь? Долбоёб, у меня 11 уровень, нахуй, у тебя 10. Завались нахуй, блядь. Парашник ёбаный. Найс. Все, вторая ульта. Че, плюс будет на это говно? Фармим, фармим, ребята, фармим. Я не очкошник, я мому ждал. Ребят, я мому ждал, блядь, чтобы скорость была и при движении, и атаки. Т2 упала на 16-й. Я без ульты, я ничего не сделаю. Позиция.
Рагабен, нахуй. Сука, блядь, еще выбрал этот день, блядь, когда это ебаный этот, блядь, интернешнл, нахуй. И такой мне раскрытый пул подкинул. Ублюдок, блядь. Ублюдок, нахуй. Ну что, сегодня будет великий обсер, блядь. Великий обсерыш на интернешнл, блядь. Худший за последние 100 лет, блядь. Говно ёб.